самец. Голос грубый. Так, Спенс, твой вилкорог 76 метров. Вилкорог, вилорог. А, блядь. Вилкорог. Ну, что рога похожи на вилки. А что, лесорог? На вилорог. Вилкорог. Ясно. Медалька была? Какая медалька? Ты жив, Владри император. Медаль за героизм, например, ну. За героин. Есть только за героин, да. Будешь? Будешь возить. Так, где же твои бизоны? Ну, в общем, мы договорились, да? Вот кровь. Сейчас найдем. О, тут равнина. Сейчас подгоню. Увожу себе медаль за героин. Кстати, Спенсер хочет водить. Хочет водить стада героин? Стада бизонов. Подсвечиваю, видишь? Ну, после не героин. После того, как я увидел, как вы водите, я уже буду оставить этот счет на попытке. К такому мне еще странно. Ты имеешь в виду эту? К такому у меня жизнь. Да. А чё? Ебла нет? Он стесняется. Конечно. А, бля, на нас бежит. Да. Ну, он не добежал. Ты мёртвого уже застрелил, Спенс. Мёртвого застрелил. Он точно мёртв теперь. Это ж тебе не какой-нибудь вилкорог. Вилкорог. Ты меня называл. Не, реально, я посмотрел, как Тёмыч водит, как Саня водит, и думаю, да ну нахер. На тебя бежит бизон. Может, ты ган... Не водил. Спенс расстреливает просто этого бизона. Беги, Спенс! Беги, он уже рядом! Он подходит, его пули не берут! Тренер блоки не работает! Беги! Это была, конечно, сцена просто 10 из 10. Я теперь понимаю, как это смерть Сара Коннора ощущает, блядь, когда на месте терминатора придёт его посрать на всё. Спенс расстреливает просто этого обезьяна. Беги, Спенс! Беги, он уже рядом! Он подходит, его пули не берут! Тренер блоки не работает! Беги! Так, я в нее по сети ни разу не играл. Расскажи, что тут делать. А, вот, вот. Все то же самое, только тебе будем мешать мы. Нет, это я вам буду мешать. Нет, я не знаю, куда ты попал. Кому будет мешать? Следы. Куча трупов. А, ты еще до самого главного не дошел. Тут полно говна, просто везде говно. Боже, как все изменила эта игра. Сколько? Часов 10, наверное, уже вообще тут. А тут этот, Friendly Fire, есть? Нету? Не, нету, подходи, сейчас покажу. А вот это правильный вопрос. Не, ну я думал лук взять, там, скин купить. Бери, 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 лук, бери. Сейчас тут рядом бизончик, осторожно. Вот бегает Карнич. Ты бизона ловишь, да? Да, он за тобой бежит. Не оглядывайся. На тебя. И он еще один. Ты его приманка. Я думаю, тут какой-то этот винник играет. Так это оказывается приманка на бизона. Видишь, какой красавец, а? Ну повернись. Немножко наклонись, да? А ну-ка присядь, присядь. О, тут бизон. Нашу, блядь, скромную диаспору, ебать его. Ты знаешь, тяжело. Тяжело стоять? Да нет, тяжело смотреть. Тяжело смотреть, это физически больно. Да, дай куда-то.
блин, в ногу попал или в хвост? 100%. Ай, прям до английского. Ты чётенько выбежал, тут их штук 5. Так, ты все еще в качестве примарка используешь? Я вспомнил не целые пали, вещи. Не пали, контор, я тебя прошу. Такая игра. Это взаимовыгодное сотрудничество. Да, для кого? На куртку с прицелом на спине не обращай внимания, да? Это так и должно быть. Как начал? У тебя на жопе нож какой-то или в жопе? Это с предыдущей игры еще осталось, не обращай внимания. Так получилось, скажем так. Убийцы целились. Хоббиты убийцы целились в спину, но не достали. Да. Твой или мой? Сейчас посмотрим. Там их два, кстати. Так, этот мой. И тот мой, даже можно не смотреть. Эти, блин, это лагерь, это вышка как раз. Слушай, а нафига тебе два? Дай мне один. Зона? Ага, пошли там возьмем. Там они с другой стороны, мы тоже положили по-любому. Я туда не стрелял. А! Ну, тогда ты не попал. Ну или попал, может быть, где-то. Нет, тут еще кровь есть, подожди. Подожди, я в кого-то. Есть, кого-то попал, есть. Но я не уверен, что это был бизон. Возможно, это был. Зудит сзади. Если он на тебя не побежал никто, значит ты был не бизон. Ты был бы мертв. Да ладно, не фан. Так, блин, а вот здесь. А вот эти вилкороги, да? Вот кого нужно опасаться. Бизон это так. Ох, кстати, вот бизон. Это, наверное, кармач тот, которому в хвост попал. А, вот он мертвый. Два мертвых. Да ты что, вон еще один ходит вдалеке. Ты подсветил, Андрей? Нет. Нет. А, это Нет. А, о, это ж тут еще наши коллеги. Мне в этой игрухе нравится то, что они хоть не отстреливаются, эти бизоны, в отличие от... Generation. Вон подсвечивает как-то. Саня трех бизонов. Так, что там полить? Ладно, ну не хотите, как хотите. Триггерит. О, срать, блять. Ну, написано триггерит, значит триггерит. Блин, а потом начать идет бизон. Хули, так много. Ходил уже в этом заповеднике, Андрей? Да, я никто не отвлекается. Сосредоточен. Я не слышу просто. Хоть кого-нибудь убить. Услышит просто из-за пальбы этой дикой. Война это ад. Я еще взял какую-то такую винтовку непонятную. Может это револьвер? Я из-за нее вообще нифига не слышу. Может это лук? Ух ты ж, без глушителя. Куда ты стреляешь? А, они будут рядом, что ли, бегают? Сколько в него стреляли? Раз 50 этого несчастного бизона. Он живой! Пошел дикий зад. Беги! А тут нету DLC на какой-то там пулемет? Они еще не додумались до этого. Господи, он умрет? Каким-то чёрным. О, я даже попал, отлично. Даже я в него попал. Вот даже если ты попал. 50 счет. Пошли к речке, к озеру, там мы нескольких поснимали. Речка или озеро? Как мы, короче, к этому, к водопаду. Водопада, ага. Там было 3 бизона, кстати. Да тут со всех сторон было по 3 бизона, они нас окружали. Но мы вот вышли, бизоны, да, мы вышли из окружения. Чудом просто. Да, у меня даже заскринено это чудо. Мы вышли моим военным гением. Антибизонская тактика. Выжженной земли. Не выжженных прерий. Да. Так, вижу первого. Вижу первого, и на меня орёт второй.
Так, Алан Горд 72%, Экзекутор 28%. Оба 1,92 метра, другой 75. Нормально. О, блять, он бежит на нас! Короче, беги! Да не на нас, а на тебя! Стреляй! Пацаны! Революция! Чё, он за мной бежит, нет? Сдохни, ублюдок! Сдохни, ублюдок, да. Он, а он попить пошел. Пацаны, я попить чисто, извините. В рукопашку сейчас, подожди, дай прикладом добью. Прижми его башку коленом. Что там? Попадание. Он еще жив, да? О, Андрюха залез с него сейчас, какая-то, как Ди Каприо выжившим, будет там зимовать в нем. О, где он тоже награда была. Его все по 5%, короче. Вот через задницу, как из Вентура. О, здесь Кармыш два раза попал, я два раза попал. А Андрюха что, ни разу не попал? Нет, еще второй. Так, тут еще один где-то истекает. А, вот этот чисто твой Кармыш. Ага. Это деньги мне дали. Это от нас летят монетки, ты что-то подобрал, наступил. Блин, у меня патроны кончились. Спенс, куда ты? А, бежит впереди такой, остановился, блин, патроны кончились. Мне столько денег летит, столько опыта летит, обалдеть. Так это упал мужиков с оружием на меня бежит. Я такой с руком, не подходите, не подходите. Я буду стрелять. Так, что-то ту зону натерли, надо в какую-то менее красную. Натерли, что капец. А кто главный натиратель там по счету? У которого патроны кончились. О, я говно нашел. Красавчик! Пацаны, подходим к Андрею, он нашел говно. Ну да, вот оно, вот оно. От него и будем ориентироваться. Так, все так, внимание!